А я говорю, не буду регистрироваться, денег нету. Бля, дебилизм! Ненавижу этот Quick Play. Полно хакеров, хакеры. И давай! Ха-ха! Не тут-то было! Какого? Давай, он смог пажебол сделать, он смог, ха-ха-ха, не, извини, чувак, но ты проиграл. Он сейчас что, ко мне придет? Даже не мечтай, он вообще себе дал, так сказать, о, ну и супер, ну и отлично, я все равно буду жить, я даже не умер, не он, свинг. Это что, работает? По-моему, это не он. Не он. Не он, такая четкая, очень четкая линия. Потом размытость, что ли. На! Бля, дебил. Вот хакеры. Ненавижу хакеров. Честное слово. Ну, в бункере это невозможно. Ну, камон. И вы реально верите, что это не хакеры? Ой, ну ладно, где здесь логика-то? Ну я же знаю физику, Бонкио. Камон. Давай залезай в эту платформу, дырку. Ага. И давай прищамливайся. Прищемит плюс тебе. Пусть тебя это ерунда. На. И давай. Какого? Бля, это невозможно, Бонки. О, еще раз говорю, физика. Ну, это же... Ну, нереально, боже мой, я эту карту знаю. Это еще та карта для читеров. Какого меня вообще сюда забросило? Так, сейчас... И сейчас... О, хакер, бля, хакер. Ну, это же камон! Хо-хо. Fuck you. Ненавижу этих хакеров. Fuck you. Хакер. Остановись. Твою мать, какого хрена? Хакеры, боже мой, дебилизм. Самоубился. Супер. Классно. Видите, что он написал? Боже мой. О, круто. Вот такое вот я люблю. Вот такие вот карты я люблю. Круто. А он там вообще качался. Лол. Он, кажется, сам себя убил. Какого? Ладно. Я выжил. Я победил. Супер. GG. Победить хакеров. Достижение. Победить хакеров. Хотя я их уже много раз побеждал. Во, что меня не убило? Каким образом? А, с одной стороны, или же с двух? Вау! Каким... Бля, меня убило. Ну какого хрена тут... Вот хаки, вот их. Я видел, он коснулся черного. Он не умер, просто. Какого хрена? Бля. Супер красивый. На этот раз четыре... Не сработали. Загадали, что ли? Что-то там. Да, хакеры. Хакеры, конечно же, да, хакеры. Да, хакер was good. Да, хакс was good. Да, хакс is bad. Very bad. Фух, смог выжить. Нет, смог David everyday. Фух, смог David everyday. Так, сейчас залагало у него. Не, это честно, все-таки выведу. Нельзя слишком сильно раскачивать кабинку. Не, ребята, я туда... Я знаю такой фокус. Сейчас они меня с разгона... И бам! Напрыгнет один на меня, конечно же. Нужно в последний момент так подпрыгивать. Лос-Анджелес. Оп! Че... Куда? Какого хрена, ребят, какого хрена? Подлецки. Схова и сейв.
То есть квадрат безопасен. Окей, я понял. Квадрат безопасен. Нет. Да, я выжил. Фух. Меня не выбило. Выбивная жопа. Фух. Ну, следующий этап будет реально попа. Нет! Хакеры! Они меня замедлили. Хакерство. Почему в конце там геймов у меня никогда такое не случается? Потому что там нету хакеров. Подлецки. Подлецки, ну да, подлецки, подлянский, блин. Отлично. Так и не надо. Нет, мы тут вдвоем. Давай иди туда. Уходи от моей платформы. Это моя платформа. Он сейчас ко мне прыгнет. Походу, да. Блин, наши платформы. Фух, мы поменялись платформами. Нет, я буду стараться выжить. Я же знаю, что есть шансы. Фух, я выжил. Я смог. Отель животных. Интересный отель, конечно. А это лифт. Теперь я понял смысл. Вот это вот что за хрень? Что за хрень только что было? Хакеры, блин. Хакеры. Мама. Он чуть не умер. Лучше бы умер. Хакер. Хакеры must die. You must die, because you hacker. Они сейчас бывают очень редко. Почти задело. Потому что должно задеть именно их обоих. Ничья, чтобы было опять. Чтобы они обои умерли. И, ну, напоследок, умри. Блин, я не умер. На этой карте мы уже играли. Дебильные хакеры. Что там, где это кнопки? И вот тормов. Смэп. Интересно. Очень интересно. Ну да, так это ладно. Такие много. Ну, если другая кажется. Ну, похоже. Кемпер! Что такое кемпер? Понятия не имею. Ох, да, конечно, я понял, что это. Неплохая идейка. Платформочки уменьшаются, тут еще раскачивается и делает последний рывок. Вот как нужно играть. Вот как играют профессионалы. Мне чисто повезло, часы. Ну, это типа самолет, карта самолет. Да-да-да, только ты сейчас сам это все звалишь. Боже мой, какой дебильный игрок. Вот это вот вообще по-дебильному. А ну, мне тогда просто, честно говоря, повезло. Боже мой, не-не-не. Я знаю, что сейчас будет. А не баба. Боже мой, я еще живой. Welcome to Baldi's Baba and Education and Learning. That's my ass. I am noob. Бля. Бля, какого хрена? Честно. Какая-то хрень происходит. О. И там еще один какой-то самолет летит. Радар, что ли? Нет, это просто показано, как летит наш самолет. Но он на самом-то деле криво летит. Какого, бля, каким макаром? Так сильно отбрасывает, боже мой. Не, ну вы же понимаете, что такое невозможно. Туннель, конечно же. Конечно, туннель. И сейчас живает. И 3, 2, 1. Спасибо, чувак, что мне помог выжить. Теперь у меня еще больше шансов. Ты мне вообще можешь отпать. Ну-ка, подожди, ставьте лайки, подписывайтесь. И да, сегодня будет еще третье видео. Да.
Не пока.